Привет, дорогие друзья! Снова с вами я, ваш друг Марвин Гейдаров. Снова продолжение темы «Игры разума». Сегодняшняя часть этого темы называется 18+. Нам кажется, что 18+, это запрет для детей и особенно для подростков. Но мы не знаем, что там скрывается очень хитрая реклама. Почему так, я думаю? Вы знаете, что антитабачные компании рекламируют производители сигаретов? Вы думаете, это же нелогично? Но это очень логично. Почему так? Что нам говорят? Ты не можешь курить, потому что ты еще маленький. Все мы знаем, что для подросткового парня сказать ему, что ты маленький, ты еще не дорос, ты еще не мужчина, это унижение. Чтобы он доказать, что он полноценный мужчина, он будет делать вдвойне больше запрещенные вещи, запрещенные поступки. Именно этому добивается компания-производитель сигарет, потому что некурящий подросток – это для них потерянный клиент. Большинство курящих начали курить именно в подростковом возрасте. И в других темах тоже так. 18+, если написать в фильмах, подростка будет смотреть на него. Это и есть скрытая реклама. Это часть нашей игры разума. Благодарю вам. До новых встреч. Пока.